Семейная клиника – это медицинское учреждение, где для лечения пациентов используют новейшие технологии. К ним относится и ударно-волновая терапия. Такие аппараты только начинают появляться в арсенале брянских медиков. Ряд основных, как бы, ну, если образно говорить, популярных заболеваний – это как пяточные шпоры, очень хорошо применяются. Неплохо, значит, комплекс, конечно, с другими лечебными, так сказать, мероприятиями при артрозах коленных суставов. Очень хорошо лечится так называемые поперечные плоскостопия и так называемые халюсы вальгуса, ну, первой и второй степени можно применять без оперативного лечения. В неврологии поясничные, грудные, шейные остеохондрозы. Принцип действия аппарата состоит в том, что сфокусированная ударно-звуковая волна безболезненно проходит мягкие ткани, осуществляя точно направленный глубинный микромассаж. В Европе ударно-волновая терапия пользуется все большим спросом. Кратность этой процедуры 3, 5, 7, такой алгоритм сеансов, но промежуток между сеансами должен 5-7 дней проходить, потому что эта процедура после ее, так сказать, работы, нужно, чтобы время дать организму отдохнуть и чтобы процессы метаболического распада, которые происходят в результате воздействия звуковой волны, должны были выйти из организма. В аппарате уже заложены программы лечения по различным диагнозам. Также выбрано количество импульсов и время процедуры. Противопоказания здесь три в основном. Это как бы... это детский возраст, потому что зоны эпифиза еще не закрылись, поэтому все-таки воздействие на них не рекомендуется. Беременность и онкология. Но онкология вместо работы этого аппарата. То есть если у человека там проблема с щитовидной железой, то на остеофитах, ну, пяточных шпорах можно работать на пятках спокойно. Аппарат УВ-терапии – одно из эффективных средств для борьбы с целлюлитом. После консультации вам подберут нужную методику лечения. Осложнений после УВТ практически не бывает. В любом случае, опытный врач расскажет подробно, как будут проходить сеансы и даст нужные рекомендации. Узнать о современном лечении с помощью ударно-волновой терапии и получить консультацию специалиста вы сможете в семейной клинике, которая находится в Бежице по адресу улица Ульянова, 123А. Евгения Павлюкова, Максим Кузнецов, события Брянск.